18-летний саровчанин украл из магазина две бутылки виски на 7 500 рублей. Но добытого алкоголя для молодого человека оказалось мало. Спустя несколько часов после первой кражи он вернулся в магазин. После просмотра камер видеонаблюдения было установлено, что похитителем является тот же самый гражданин города Саров, 2002 года рождения, который ранее уже похищал алкогольную продукцию в данном магазине, однако в данном случае сумма ущерба составила 9113 рублей. Молодой человек до совершеннолетия уже получал условный срок за подобные дела. Теперь ему грозит лишение свободы до 2 лет. В магазине по улице Дзержинского пенсионерка не раз забывала свой кошелек. В очередной раз женщина оставила его на кассе после того, как только получила пенсию и решила купить продукты домой. После опроса потерпевшей гражданка сообщила, что посещала продовольственный магазин. Как всегда, положила свой кошелек с денежными средствами на полочку под кассой, вот это для пакетов. Забыла ее, поняла, что кошелек оставила там, только придя домой. В кошельке находилось 30 000 рублей. Обычно оставленный кошелек сотрудники магазина возвращали пенсионерке, но в этот раз кассиры его не заметили. Правоохранители просматривают камеры видеонаблюдения. Кто присвоил деньги саровчанке, пока неизвестно. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24.